Всем привет и добро пожаловать на первый снег пик. Первый снег пик. Начнем со скинов. Первый скин — кактус Ленни. Также скин — доставщик пиццы Мортис. Ну а также скин — больничная Пэм. Ну, я ее так называю, но настоящее ее название — прививочная Пэм. Это скин для официальных ютуберов. Просто у вас есть шанс попасть на официальный ютубер, и вам дадут этот скин. Теперь про новые иконки профиля. Первая иконка профиля — NS Nordic Stars. Это бесплатно, когда выйдет обновление. Вторая иконка профиля — это когда выйдет новый боец Сью. Если вы выбьете бойца Сью, ну как выбьете, через кредиты, то вам дадут вот такую иконку. И также, когда выйдет обновление с пиццей, тогда вам дадут вот такой вот значок. Ну а также поговорим о маленьком изменении баланса в этом сникпике. В скором изменении баланса будет добавлено в тех перерывов. Теперь поговорим о новых фонах. Первый фон — роботизированный сад. Второй фон — стройка, больница. Третий фон — пицца. Ну вот и все. Если я не ошибся. Простите, что с голосом такое. Что у нас следующее будет? Давайте-ка подумаем. Тук-тук. 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 Вспомнил. Теперь я расскажу вам про два Бравл Пасса. В игре у нас обычно один Бравл Пасс. Ну а тут вам даст на выбор Бравл Пасс с роботизированным садом F-Stop, либо со стройкой связано Биджин. Ой, или Юджин, походу. Я не помню. Юджин его, походу, зовут, либо Биджин. Если вы выберете стройку, то награды там будут такие же. Только скины и боец там будет другой, там значки и все такое. Если вы захотите и выберете, ну, конечно, и фон у вас будет точно таким же. У вас фон тоже будет роботизированный, ой, стройка. Если вы выберете роботизированный сад, то и фон, естественно, будет как роботизированный сад. Когда вы закончите первый Бравл Пасс, который вы выбрали, вы сможете взять другой Бравл Пасс. И тогда у вас все поменяется, если вы быстро сделаете 70 уровней. Теперь, когда вы будете качать бойцов на ранге, вам будет доступна дорога рангов. Примерно вы сейчас можете увидеть недоделанное фото. Скоро это фото будет улучшаться. Но это бета-версия ранговой дороги. Ну вот и все. Сникпик пошел к концу. Увидимся завтра. И это было круто. А мы маленькие грибочки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.